Скажи что-нибудь. Нет. Четыре дня назад или когда? Пять дней назад. Группа востоковцев прошла, скрытно выдвинулась после арты. Они на бугор забрались. Я с пенька конкретно видел эту. Тебя можно, а? Там можно, можно. Вот. С пенька конкретно вижу группу. Привет. Эту. И... А я на пеньке сидел. Мы типа там, если что, там выдвинуться, не выдвинуться. Ну, туда что-то не пустили, а хуй знает, начальство там виднее. Вот, видимость. Короче, тебя сунули за бугор, там танки, ебать, три штуки, блядь. Вроде как так. Ну, выскочила Бэха, он сам видел это в Ютубе, там журналисты снимали, там, латинцевские. Бэха и Бэтер выскочили, забрали пацанов. Потом наша арка опять стала поливать. Там стемнело, там столько точек огневых с крупняком, ебать, выявилось, ебать. Три под самим РЛС, блядь, под второй башней. По посадке три еще, ебать. Бэху, блядь, нашу пытались все загасить. Ну, говорят, тупо стреляют, все поверху, нахуй, уходило. Там ничего не попали. Где-то одну коцнуло там что-то, хуйня, короче. Ну все нормально, никто не раненый там, ну один там поймал в пузо там, тропалик. Ну в принципе все в строю уже, ну так это, понял, типа царапины. Как бы. Благоволит Фортуна. Ну это хорошо. Людям, которые делают правое дело. Правое дело. Ну короче сейчас, ну, какая фигня, слышь? Леги такой сосы там с крупным калибром работают прицельно, снайпера. Тот блиндаж обхуяривали сейчас. Тут сидим. Ну, правда, я не знаю, как он прицельно, он просто в нижнем заборе положил пулю. Рядышком упало. Ну, это здесь, да. Вон, по полю бьют, где мы только... Так, хочу тебе прикрыть. Ох ты, Лёха, а всё ближе. Булками, бля. Булками шевели, опасное простреливаемое место проходим. Отморозок не значит долбоеб, ебать. Отморозок страха, блядь, не имеет. Но осторожность и страх — это разные вещи, блядь. Умереть тупо нахуй не надо. Умереть, блядь, глядя в глаза врагу нахуй, убивая его — это другое дело. Поэтому где надо шевелить булками, шевелим булками. И что, ты снимаешь, блядь? Нахуя?